От души в душу. Но в последнее время начал замечать, что боюсь высоты. Когда начал выглядывать в окон высоких, с высоких этажей, высоких зданий, то становится страшно что-то. Я не подхожу на улицу, там не говорю там: «Малышка, привет, я Жан Миленев». О, нет. Вот, ты, наверное, меня узнала, короче. Вот, допустим, нет. Я если знакомлюсь, то это, как правило, смотря еще с кем. Бывают разные ситуации. Бывает, я прихожу, а там уже и знакомиться не надо. В темном месте оставил машину в Запорожье, разбили стекло. Сумку с грязными тренировочными вещами. Я знаю, что больше, чем в английском, где-то, наверное, 30, где-то около 30. Яркий представитель эпохи, я не знаю, Ренессанс называется или как. Наверное, то есть он там и рисовал, и философ был, там и еще что-то, короче, делал. Очень этот, такой личность очень яркая. Есть и пошлые мысли там. Да нет, это девушки. Мне, допустим, нравится корейский борец. Такой есть Джан Джи Хюн. Он уже не борется. Он олимпийский чемпион Афин. Вот. И его техникой я восхищался в свое время. Антонан Рибу. Сексуально именно. Блин. Так, я могу сказать, конечно, но это, блин, будет чуть нет. Короче, палево будет. Вот мне нравится в этом контексте Даша Астафьева. Ну, она не спортсменка. Я на цепке, я веревки привяжу и закрою. И останусь навсегда лишь твоей мечтой. Вот мне нравится. Вот мне кажется, что вот от нее, да, секс идет. Ну, так что при это увидели, нет. Это, наверное, километров 200, может быть. Максимум, может, 180. И как бы я посмотрел на друга, который рядом ехал. Я говорю: а сейчас, если, допустим, у нас лопнет колесо, мы труп, он такой: да, он говорит: ну то я торможу. Количество денег, наверное, на фотографии. Фотография называется бюджетный Мейвезер. Вот и все. Этим все сказано. Она была сделана на турнире в Казахстане, в котором я победил. Вот, и решил таким образом показать, как я буду проводить ночь после победы. Там совсем мало денег на самом деле. Просто я их так разложил, чтобы казалось, что прям такой куш серьезный. На самом деле там порядка 4000 долларов. Кобзарь, наш прославленный Шевченко. Тарас Григорович. В Макдональдс позволяю себе раз в месяц ходить. Стараюсь не чаще. Бывают, конечно, залеты. Мне даже не надо есть пару дней, мне нужно один раз есть. Я уже чувствую по, так сказать, вторичным признакам о том, что что-то было съедено не то, что нужно. За Олимпийские игры 80 тысяч. Если бы я заработал, как Мейвезер, там 300 миллионов, может быть, я позволил бы. Когда это всего лишь скромных 80 тысяч, при этой сумме, наверное, Мейвезер просто уписался от смеха. Поэтому я себе ничего не позволял, просто мы собрались там с моими друзьями и отметили это очень скромно в кафе, в ресторане. Посидели просто, пообщались. То есть ничего не было, ни шлюх, ни дома. Я как-то, честно говоря, на это не особо обращаю внимание. Важнее, какой человек. Дабы ответить на вопрос, наверное, брюнетки, потому что у нас сложился такой стереотип, что блондинки, они тупые, поэтому брюнетки умные. Да, и Астафьева брюнетка. Да, он такую тупую брюнетку видел, это просто жесть. Именно вообще безмозгово в голове. Мне просто показывали там на видео. Это приватное видео одного пацана. У нас в сборной там есть, конечно, очень такие пикантные моменты в этом отношении. Бесит, так что что-то бесит. Честно говоря, так вот вижу по телевизору, допустим, какого-то политика, вижу, он меня вот сейчас бесит.
А так как бы нельзя, не могу сказать точно, кто меня бесит, так что прям вот постоянно. Президент наш, о, вот. Вот человек, который меня бесит постоянно, когда я его вижу. Насколько я знаю, для того, чтобы скольжение по воде было лучше. Ну, они снимают там буквально сотые с результата, и вот именно волосы, они могут стать преградой для этого, для хорошего выступления. Нет. Некоторые борцы, кстати, бреют ноги, правда, а не грудь. А некоторые бреют и грудь. Ну, так им нравится, когда вот не сильно волосатая. Бывают вот волосатые, знаешь, такие альфа-самцы, короче, которые там прям все в... ну, грудь волосатая, и им приходится брить грудь для того, чтобы ну, убрать эти волосы, которые их бесят. Не копал даже. Там мне особо не дарят цветов. Поэтому сказать, что любимые. Пускай будут розы, но на самом деле там, блин, мне все цветы нравятся. Они все красивые по-своему. Подсолнухи. Как нудист, нет. Кстати, вот были на сборах недавно в Запорожье, и нам сказали, что там где-то есть нудистский пляж. И мы с моим другом решили выяснить, где это. Сели на велики, короче, поехали. И там дед такой, короче, тоже голый, со всеми причиндалами, которые висят. И он такой, ну что вы там стоите, типа, спускайтесь. Я говорю, а мы типа, мол, начинающие нудисты, можно нам в трусах там потусоваться возле вас? Идите нафиг отсюда, короче, мы развернулись. ТВ? Это не смотрю телевизор. Только тех персонажей, которые мне действительно интересны. Ну, кроме этого, Фейса, конечно. Фейс — это просто чудо природы, на которое я решил так посмотреть, как бы посмеяться. Ну, не то, что посмеяться, а просто понять, что у некоторых людей в голове происходит. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жрет мой хуй, как будто это бургер. Бургер. Дай бог, что через там пару лет он повзрослеет. Практически всегда секс в машине. У меня уже машина. Надо поехать в химчистку. Была такая тема, короче, так у меня там ничего видно было. Окна же потеют в этот момент. И, короче, тоже фонарик, стук. Вот, я тоже там со своей девушкой был на тот момент. Ну чё, мы, короче, на мороз падаем, то есть не шумим, то есть да, но в любом случае там потом что-то пододелся, там, мы просто заехали ещё в такую зону, получается, как парковую, вот, и я открыл окошко, говорю, ребята, ну такая ситуация, знаете, вам там на пиво. В последнее время вообще, ну, как бы много не ношу, просто на карточке всем. То есть намного удобнее. Ну, не бизнес, ну, есть. Как бы доход помимо спорта есть. Даже больше, чем спортивный. А, кстати, биткоин сейчас там уже бьет рекорды, уже 6 тысяч долларов стоит. Что? 6 тысяч долларов стоит биткоин. Да. Вот сегодня побил рекорд. Прикинь. Кто бы знал. С моим счастьем. Я покупаю биткоин, и за это он ровно в 2 раза меньше становится. Я по себе знаю, что мне лучше такие аферы не входить. Да, телефон развели когда-то в детстве. Мне 13 лет было. Поехал на каравай в даче. Ну, стандартная схема. Мама говорила, поедем вместе. Я говорю, мама, я сам все справлюсь. Он как бы посчитал деньги, дал мне. Я пересчитал, вроде как все, да. А потом говорит, ой, блин, менты, короче, вырвал у меня эти деньги, как бы дал мне телефон, вот. А потом что показалось, и дает деньги, но там уже как бы кукла вот, была. И там, короче, я посчитал, 16 гривен было. Мама говорит, я ж тебе говорила. Вот. До сих пор вспоминаю не эту историю. Если, ну, как бы в своих целях ее используют. Если ей нужно там что-то доказать, говорит, да, я знаю, как ты телефоны продаешь и все остальное. Паролы. Ну, блин, недорогие, там, ну, $100 где-то может носить. Может, чуть больше, там, ну, в пределах 3000 гривен, там. Ну, я просто этот, я спортсмен New Balance, вот, и я там беру вот эти вот Made in UK и все остальное, там они по 7, по 8 тысяч гривен стоят.
Не знаю. Наверное, потому что там преобладает какой-то пигмент зеленый. Как они называются? Это ж есть же там вот эти вот по биологии, мы, кстати, это учили. Там есть эти, которые красят, как-то они называются. Ну, вот в клетке, которая клетке дает определенный цвет. Тут забыл. Боксерки. О, нравится. О, кстати, такая действительно одна из моих самых любимых. You Don't Fool Me, Queen. На-на-на-на. You Don't Fool Me. На-на-на-на. Поняли? Сто лет уже не ездил, на самом деле. Даже если пробка, я все равно сижу в машине. Не пересаживаюсь. Я уже привык к езде за рулем. И у меня машина с 19 лет. И я вот с тех пор пару раз, может быть, ездил на метро. И то в связи с тем, что сильно спешил. Приходилось парковаться возле метро и ехать. Не, ну, пешком. Я на пятом этаже когда-то жил. Вот, я часто на пятый этаж поднимался пешком. Только если какие-то эти пакеты там тяжелые в руках, тогда уже мне было впадло их волочить за собой. Если только одна здесь не работает, допустим, то да. Я, скорее всего, я не полезу. Я не электрик, что мне туда лезть, что шандарахнет. Смысл. Я зарабатываю такое количество денег, что я могу позволить себе вызвать электрика. Да ну, может быть, чуть-чуть там, чуть-чуть совсем. В пределах разумного, короче. Там у нас бывают такие спортсмены, которые там встаются с определенной ноги. Там, я не знаю, кладут что-то в носок. Сколько волка не корми, он все равно смотрит в лес. Так, по-моему, или нет? Вот. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. К сожалению, у меня, как правило, бывает отрезал, а потом смотришь, что ты отрезал. Ну, стряв, ну, если они одинаковые по весу, по категориям. Ну, я скажу так, профессионально. В полном контакте, возможно, борец. Ну, а если на дистанции, то боксер. Прогиба. Один раз девушку бросил в сугроб. Она сама попросила. Их, наверное, везет офигища. В кругу борцов к геям очень жесткое отношение. Но они считают, что их надо там вообще истреблять, уничтожать. Вот такие вот у них мысли по этому поводу. У меня позиция чуть другая. Я, кстати, я не гомофоб. Для меня главное, чтобы они просто ко мне не лезли. И все. Вот. Потому как мне часто пишут там, в соцсетях. Но бывает, я там открываю, и там... А не хотел бы ты там... На орхи тоже, кстати, приглашали. Ну, не гейские, кстати, а вот такие, я так понимаю, какие-то шведские семьи там. Вот, приглашали. Ты моей девушке так сильно понравился, приходи там, как бы, девушка у тебя есть, я ее, ты мою, там, то есть, да, короче, начинается. Сразу там... Баню. От души в душу.